Всем привет, ребят. Ну что, продолжаю, я все-таки не могу успокоиться, хочу выбить волн с пришествием монстров камешки. 5 камней я уже собрал, и сейчас мы попробуем дальше потрешивать здесь. У меня есть попытки, 44 попытки, мы сейчас будем с вами пробовать все-таки достать отсюда камешки. Так, кто у нас тут? Леди Лео, да? Ну, окей, let's go. Сейчас это тестовый заходик. Странно, 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 странно. Леди Лео убили. Хорошо. А, я думаю, что убили? У меня же шримка не стоит. Ну что за фигня? Для того, чтобы быстро проходить волны, ставите малыша Ника, в принципе, хватает, и сюда черепа. Также у меня Купидон, хранитель есть с автопрокеров. Так, ну давайте опять же ту же самую волну. Видите, все равно не хватило, наполовину урона хватило. Сейчас получше затащили. 100 плюс 2, окей, пробуем Мару. Заблочили. А вот тут вот нормально добили. Так, отлично. Что имеем? 60 самиков. Так, пробуем имку. Да, видите, Анубис. Ты. Блин, жалко Анубис, Анубис. Ничего не поделаешь. Так, поехали еще разок. Бывает неудачно, они с той стороны заходят. Сейчас нормально. Что-то попробовать все-таки фрей поставить сюда. Чтобы добивало. Ладно, посмотрим. Так, потом следующие. Поехали. Это 18-я волна, как видите. Да, надо попробовать фрейю. Хотя, в принципе, зачем? У нас же я что-то уже туплю, есть же ускорялка. Ух ты, дракосы зашатали. Странно, не смогли мы справиться. Давайте еще разок. Очень интересно. Видите, опять Анубиса не достали, получается. Жалко. Еще заходик. Сейчас отлично достали, все равно нету камней. Так, вот Дракула. Да, у нас попыток, останавливаем попытки. Купидон с выживанием трешует вместе против Дракулы. Жесть. Выжил все-таки. Кстати, неплохо то, что осколками можно будет собрать интересных героев, достающих. Но это, конечно, как повезет, но все равно приятный бонус. Так, поехали. Не знаю, почему не хочет открывать следующее. Так,
Короче, я так понял, я буду на основе очень долго сидеть, выбивать это все. И против фей сложно. Давайте тут немножко обновим. Так. Поехали в Дракула. Смотрите, как Огнекрыл с выживанием. Офигеть. Это круто, кстати, мне понравилось. Блин, ну дайте камни уже. Сколько я уже перебил их. Так, тут мы обновим, я не буду против фей бегать. Самое интересное, если их начнут продавать за донат, опять отпадет весь интерес к фарму. Опять смотрите, что Огнекрыл творит. Просто жесть. Супер. Красавчик. Не дали. Может, их просто не ввели? Блин, тут, наверное, сольемся. Хотя посмотрите на Огнекрыла. Огнекрыл красавчик. Блин, чётенький Огнекрыл с выживанием, я вам скажу. Посмотрите, что творит. Нету. Я уже, честно говоря, не знаю, сколько нам придется перелопатить. Но смотрите, пишут 2.12, но дают всегда 2. Я не видел еще больше двух осколков, честно говоря. То ли они что-то не доделали, то ли непонятно. Пока не вижу. Попробуем, сможем или не сможем. Ну, чуть-чуть. Да. Да, гарпи тоже будем пропускать. Блин, Огник просто тащер. Короче, дают полностью по минималке, как видите. Нету того, что они там понаписывали, к сожалению. Вообще жесткий. Да уж,
50 карт, и нифига. Может, я что-то не то делаю, не знаю уже. Но вроде все то. Интересно, кому-то упала карта, ну не карта, а руна, хотя бы отсюда сегодня хоть одна. С таким шансом, конечно, это будет очень-очень долго. Я надеюсь, что за донат их продавать не будут, будет хоть интерес у многих бегать. И эти прокачки будут чего-то стоить. Хотя, зная IGG, это будет очень быстро, особенно на английском сервере. Просто тупо нет нифига, ребят. Я не знаю, может, я что-то не то делаю. Вроде все правильно. Такое чувство, что они просто, наверное, забыли себе Тесса. Чуть не убило моего бугимена. Причем я прохожу максимальную волну. Но все равно, как видите, шанс. Просто жесть. Блин, не хватило. Нафига мне ваши самоцветы, дайте мне камни. Да, подкормили. $12,000 на камни, это жесть, конечно. В общем, все падает, как видите, по минималке. То есть надеяться на камень даже не стоит. Оу, 6! Офигеть! Камни такие не видел. Я не знаю, честно говоря, это реально это. Или они их завтыкали сюда добавить, это реально ролф. Это же это то же самое, что их не крыл. Типа соберете вы себе на этот. А... По сути, блин, вы его соберете. Кого его соберете, он уже станет неактуальным. Так, последние две карты и говорим до свидания.
Растриант. В общем, какие выводы, ребят? Около 50 карт, и что мы видим? Мы видим, что мы просто в ауте. Нифига мы не выбили. Получили все за самоцветы, но фактически самики это считайте за донат, но купленные никто не будет тратить, 15 косамов ради, хотя в принципе есть может смысл потратить хотя бы на какого-то одного героя для бездона, а так их просто ну нереально получить, что бы вы тут ни делали, не присали, возможно их не добавили, я надеюсь на это. Почему-то у меня L8 стоит и дальше ничего не качается. Не знаю, почему так. О, 12, нифига себе. Вот это удача. Тут меньше 2.8. В общем, вот такие вот пироги. Ничего интересного у нас с этого не получилось. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Всем удачи, всем пока.